Здравствуйте, в эфире программа «Глаз народа». Если вы работающий пенсионер и ваш годовой доход превышает 1 миллион рублей, то выплата пенсии будет приостановлена. Кстати, это касается и остальных работающих пенсионеров. Выплаты будут ограничены. Такой законопроект предложили депутаты Государственной Думы. Что по этому поводу думают северяне, узнаем прямо сейчас. Если отменят пенсии, значит, все равно буду работать. На пенсию сегодня не прожить. Конечно, обидно работать и не получать пенсии, хотя тебе полагается. А с другой стороны, для государства, конечно, накладно. Вот такое мое мнение. Отрицательно. Потому что прожиточный минимум у нас, ну, еле-еле концы с концами мы сводим. Я сама пенсионер с двумя северными стажами, а у меня пенсия очень маленькая. Поэтому мы вынуждены работать. Подрабатывать, понимаете? Иначе нам просто не выжить. Отношусь негативно, потому что люди работали, которые на пенсии в данный момент находятся, они работали еще при Советском Союзе, они заработали свою пенсию, и в любом случае понижать ее нельзя, а убирать тем более. Они заработали то, что заслужили. Если они подрабатывают в данный момент, то, в принципе, им либо не хватает, либо у них какие-то проблемы. Ну, я считаю, что это неправильно, потому что пенсии в наше время и так очень маленькие. Сокращать пенсию пенсионерам – это совсем как-то нечестно. Прожиточный минимум у нас довольно-таки маленький, продукты дорогие, квартплата тоже завышена.